Монстры Метрофлекса! Вы, конечно, уже видели этих кочегаров в моих предыдущих видео, и вы задавали себе вопрос, кто эти черные пиздюки, которые ебашат в Метрофлексе, а? Тут хотя есть один белый. Ебать, они здоровы. Так вот, сегодня я решил собрать их совместную тренировку и представить их вам впервые. Знакомьтесь, это монстры Метрофлекса. Эйс, Джо, Монти, Бикси. Сегодня кочегары собрались вместе распидорасить мясо под кожей. Знаете, что обычно делают дрыщавые писечки, когда видят монстров в зале? Они расходятся, сыкат нас за свои хлюпкие ручки и ножки. Не будь таким, готовься ебашить с нами. Покатили! Итак, ребята, ебашилово началось. Они сделают одинаковое количество сетов с одинаковым весом. Началась разминочка. Они разогреваются, разгоняют кровь в сисяндрах. Ебаш! Для этих ребят нет ничего невозможного. Ебашат как шахтеры, нет ничего невозможного. Давай, Джо! Качнись, и сям бы лучше, чем у твоей тёлки. Ебаш за говно! Какой у тебя вес, Джо? 93. 93 кило мяса! Посмотрите на него! Ебать, гора мышц! Мясо скоро из ушей полезет! Черный качер! Качнем это говно! Ебаш! Давай, Монти, твоя очередь! Ебани подходик! Еще! Ебаш! Навали говна, малыш! Давай, ебаш! Ебаш! Ну все, блядь, разминка закончилась. Начинаем тренить. Бикси говорит, пора накинуть блинов. Мы с этим парнем познакомились в клубе. Он снимал там телочек и все время наступал мне на ноги. Пиздюк Бикси. Жми эту хуйню. Делай дерьмо! Ебаш! Еще давай, Джо! Ебаш! Ебаш за говно! Ебаш! Ебаш! Ебаш, ебаш! Эй, твой подход, ёбаный ублюдок! Ты сегодня один среди негров! Покажи, что белые пиздюки тоже кое-что могут! Ебаш по полной! Ебаш, Эйс! А теперь снова твой подход, Джо! Давай! Ебаш, я сказал! Ебаш, Джо! Давай! Ебаш! Девяносто три килограмма мяса! Я знаю, на вид он выглядит тяжелее, но эти 93 килограмма чистое мясо. Поэтому он кажется таким большим пиздюком. 93 кило мяса выглядит круче, чем 110 кило жира. У пожирателей ёбаного фастфуда.
Говоришь, ты на массе и радуешься своим 100 килограммам? Эйс! Пиздюк, настройся! Давай, волосатый, настройся! Настройся, я сказал! Ебаш! Ну чё там, большая сиська, сколько блинцов вешаем? 5! По 5, ты уверен? Ну давай, раз выжмешь. Навесил, значит покажи говно изнутри. Говно кипит! Давай, не опозорь папочку! Давай, Бигси! Ну-ка, жми эту хуйню! Давай! Ебануться! Сильные ребята, ничего не скажешь! Ну и хули ты задумал? Не стой, ебаш! Давай, Джо! Ебаш! Ебаш! Вот они, наши монстры. А вам, струны, я говорю, после просмотра все в зал. Ебашить сисюли. Да, пусть веса у вас пока поменьше и мяса тоже не так много, но силой духа вы не должны уступать этим пиздюкам. Станьте монстрами в своем зале. Спасибо за помощь, Катя Фединчик. Видео озвучено Вячеславом Бо специально для Плюшевой Бороды.